Олег Петрович, неделю назад команда не смогла удержать преимущество, а сегодня сыграла на ноль. Какие выводы сделаны после первого тура? Ну, мы стали более концентрированы, потому что то, что не удалось выиграть в прошлой игре, это вопрос нашей концентрации. И мы это с ребятами обсудили. Вот, мы провели работу над ошибками, и я считаю, она получилась у нас. Мы выиграли, самое главное, мы создавали моменты голевые. Замены сегодня сработали? Да, безусловно. У нас и Шипилов, и Разборов, и Грызнов вышли на замену. И они усилили игру. Вот, мы все работали на команду. Мы понимали, как играет соперник. Он вяжет в центре поля. И поэтому мы первый тайм действовали именно в своем ключе. Единственное, внесли корректировки по второму тайму. Вот. И, собственно, эту игру в центре поля мы засушили. Вопрос там реализации моментов, которые мы создавали, ну и в первом тайме, то, ну, конечно, хотелось бы забить. Но в целом я считаю, что ребята хорошо их создавали, хорошо играли и сыграли по счету. Так бывает, так это тоже хорошо. Самое главное, что мы выиграли. И я поздравляю всех болельщиков, я благодарен футболистам, то, что одержали победу. То есть тот момент, что Велес в начале второго тайма перехватил инициативу, это часть плана на игру или так сложилась игра? Нет, мы изначально договаривались о том, что нам надо освободить зоны. Хорошо мы добирались со стандартов, вот, с игры мы неплохо выбегали, правильно выбегали быстро атаки, которые мы, в общем-то, репетировали, тренировали, да, скажем так. И второй тайм, наша задача была просто завязать середину поля. Ну, если наш противник любит передавать мяч друг другу, но как бы мы пошли к тому, что пусть передают друг другу мяч. Но задача была освободить зоны. Мы с этим успешно справлялись. Единственное, что вот второй тайм, более качественный выход в быструю атаку, хотелось бы, ну, сделать более качественно. Но это рабочие моменты, мы будем продолжать совершенствовать это.